какие же русалки красивые. Привет, крошка. Привет. Взгляните на эту неудачницу. Ой, перестаньте. Королева неудачниц. За что вы так? Прекратите немедленно. Оу. Кто следующий? О, бежим отсюда. Так-то. Оу, моя героиня. Прости, крошка. Кажется, это твое. Идем со мной. Трум-трик. Добро пожаловать. О, почта пришла. Надеюсь, это не счета. Вау, ты что, меня удочерила? Спасибо тебе. Правда здорово? И я знаю, чем мы сегодня займемся. Ты ведь хотела стать русалкой, а? Преображение – это мой профиль. Я только за. О, нет. Детка, ты что, до сих пор не дышала? Подожди, я сейчас... Так, нашла. Что же ты молчишь, как рыба? Можешь выдохнуть. О, спасибо. Одну секунду, кто здесь? Привет, Бетти. Услышал ваш разговор. Решил помочь. Ты как раз вовремя. А теперь за дело. Детка, задержи дыхание. Совсем скоро эта штука тебе не понадобится. У каждой русалки есть жабры, а теперь и у тебя. Так, вдохни. Вау, ничего себе. Фу. Давай начнем наше превращение. Подожди, мне прислали видео. Какая глупая рыбка. Что? Так, так, так. И кто теперь у нас глупый? А? Никто. Тогда удали комментарий. Как она меня нашла? Прошу, только не трогай меня. Я пошутила. Спасите. Оторвалась. О нет, она идет за мной. Тебе от меня не скрыться. Помогите кто-нибудь. Ты чего? Тебе так сложно смыть или что? Фу, я думала, она уже не уйдет. Бетти, ты сделаешь мне красивую прическу. Смотри, это тоже есть в списке. Конечно, крошка, присаживайся. У моего друга просто золотые клешни. О, у меня новый посетитель. Кое-кто мечтает стать русалочкой. Да, конечно. Думаю, они поладят. Тогда доверься мне. Все будет сделано по первому разряду. Я стриг Ариэль и даже самого Посейдона. Какие прически популярны в королевстве? Краби, можешь сделать так же? Конечно, крошка, никаких проблем. О, что это? О, вы уже закончили. А тебе идет? Намного лучше, чем было. Я уже не так похожа на заучку. Совсем скоро меня будет не узнать. Да. О, дорогая, только не дергайся. О, как тебя угораздило. Я конфискую вас ребенка. Он пойдет со мной. Ребята, помогите мне освободить малышку. Поставьте лайк, и тогда сети порвутся. Скорее, я вас очень прошу. О, да, получилось. Это невозможно. Спасибо вам огромное. Вы спасли малышку. Мамочка, мы снова вместе. Вам это просто так с плавников не сойдет. Объявляю охоту на эту девчонку. Оу, это мамин альбом. Посмотрим, что там. Тут одни русалки. Мама обрадуется, если я сделаю ей аппликацию. Фух, вроде все. Идет. О, нет! Какой кошмар! Мои одноклассницы! Кто сделал это с вами? Что за похититель хвостов, а? Кто это? Момент! Ничего, у меня есть идея. Хвосты, жемчужины, фоамиран и обруч. Немного фантазии и диковинных узоров.
Если все это соединить, может получиться нечто очень красивое. Трон-трик! И морская картина готова! Как же здорово! Малышка, ты тут? У меня сюрприз для тебя! Примерь! Вау! Теперь мои волосы украшают настоящие волны! Спасибо! Вышло очень здорово! Оу, и откуда в этом ребенке столько энергии? Просто невозможно! Подойди ко мне! Уже иду, мамочка! Опс! Эй, так нельзя! Ну а что мне оставалось делать? Поиграть со мной. Ладно, хочешь сыграть в хоккей? Мы можем это устроить. Как видишь, клюшки у нас уже есть. Осталось их раскрасить. Чем больше цветов, тем лучше. Вот такая красота. Держи. Сделаем каток для игры. В форму наливаем воду, ставим центр и ворота. Трон-трик, поле замерзло. Можем начинать. Скрестим клюшки, малышка. Готовься к поражению, я не сдамся. Получай. Я и не думала, что это так весело. Если ты разогрелась, то давай продолжим. Пощады не будет. О, нет! Мой глаз! О. Ты как терминатор. О, и в кого ты такая? Отдыхай, моя дорогая. Уходи, пожалуйста. Наверное, ей снится кошмар. А ну, брысь. Не бойся, все хорошо, я рядом. Ребята, а вам снятся страшные сны? Напишите в комментариях, какой был самый страшный. Спасибо. Эй, ты слышала? Это что, наш краб? А как это возможно? Не знаю. О нет, только не это. Нельзя останавливаться на полпути. Пора заняться макияжем. Думаю, мамочка будет не против. Используем ее для испытаний. Нашла! Сперва нужно перекрасить губы. Здорово! Немного пудры. А теперь испытаю косметику и на себе. Как круто! Добавим теней. Я неотразима. Крошка, ты взяла косметику, но забыла про мой скилл. Давай помогу. Нужны еще реснички и стрелки-плавнички. Супер, теперь добавим объема. Трум-трик. Спасибо, мама. Я стала еще больше похожей на тебя. Подожди, ты же хочешь красивые чешуйки? Я сделаю их тебе с помощью трафарета. Вот мы и закончили. Тебе очень пойдут русальи сережки. Вау, я уверена, что ни у кого таких нет. Давай уберем этот броский тон. Сделаем его чуть нежнее. Да, я тебя обниму. Мама, настоящий мастер-визажист. Видели, какая я теперь морская звездочка? Надеюсь, мама любит пранки так же, как их люблю я. Вот все и готово. Да-да, а еще ракушки. Приятного аппетита! Стой! Эта пена не для пранков. А для чего? Шутница ты моя. Сейчас покажу. Нам понадобится краситель. Капаем над тарелкой. Смешиваем все лопаткой. Растягиваем паутинку от центра к краям. Только взгляни, какая красота. Теперь перенесем один рисунок на другой. Трон-трик, как тебе такой эффект? Тай-дай пена украсит что угодно. О, вау, как красиво.
Они будут прекрасно смотреться на зеркале. Детка, нет! Что делаешь? А? Упс, тарелка такая скользкая. В этом сезоне ничего интересного. Интересно, как мама относится к пирсингу, а? Жух! Ого, джекпот! А, ауч! Как же больно! О-оу, кажется, у меня проблемы. Смотри, я почистила старую чешую. О, умница, дочка. Только больше так не делай, это очень неприятно. И раз у тебя есть чешуйки, давай украсим ими новый топ. Давно пора сменить свой наряд. Это будет просто невероятно. Теперь ты будешь как настоящая русалка. Вау, мама, как красиво! Спасибо тебе огромное! Это просто блестяще! Моя мама такая крутая мастерица! А как вам, нравится? Ты обещала! Я тоже хочу хвост, пожалуйста! Думаешь, тебе уже пора? Я-то со своим родилась, но твое можно сделать с помощью магии! Приготовься! Трон-трик! Нет! А как тебе этот? А, тоже не то. Ладно, соберем все силы. Трон-трик! Получилось! Ура! Он еще красивее, чем твой. Я такое хотела. Для тебя все самое лучшее. Мама, я морской ангел. Смотри, как плыву. О, ну ты даешь. Это очень забавно. Думаешь, я не поплыву? Хм, смотри и учись. Мой хвост круче пропеллера. Ого, ого, и вправду морской ангел. Теперь ты настоящая принцесса-русалка. Я так горжусь. Нам осталась лишь чешуя. Конечно, мамочка. Отлично. О, нет, Урсула. Здравствуй, Бетти. Я пришла за ребенком. Нет, только не она. Слишком поздно. Нет! Теперь я твоя мамочка. Пошли. Что это было? Что со мной? О, малышка. О! Полезай немедленно. Я сказала сейчас же. Ну ладно. Нет, моя малышка. Я должна спасти тебя. Ставлю этому аквапарку 3 из 5. Приветики. Бьюти-тюрьма – рай для русалок. И наказание для ботанж. Тебе все ясно? Привыкай. Активировать мастер-замок. Тебе не сбежать. Да что сегодня за день такой? Почему мне так не везет? Ух ты! Что это? Ну, раз я попала в тюрьму, самое время сделать татуировку. Надеюсь, она временная, как и мое пребывание здесь. Теперь воспользуемся машинкой. Получилось. Я в 100 раз красивее, но все еще не русалка. Как жаль. Пазлы – отличный способ скоротать время. А где уголок? Нашла. А этого я раньше не видела. Похоже на пиратский клад. Тук-тук, есть кто? Ого! Вау, я нашла сокровище. А где золото? Тут только бьюти-гаджеты. Для тебя это и есть золото. Это ключ к свободе. О, спасибо, Себастьян. Что это у тебя? Посмотрим. Я поняла. Это план, как стать русалкой. Точно. Я знаю, с чего начать. Она умная. Ну что же, пора куколке превратиться в бабочку. А где Меган? У кого-то сел аккумулятор. На чем я остановилась? Сначала я избавлюсь от прыщей, у русалок же всегда увлажненная кожа. Себастьян, кажется, помогает. А теперь смоем с себя ботанство. Что? В рекламе не врали, удалилось 99% прыщей. О, как же ты меня напугал! Ты ведь можешь все замаскировать! О, точно! В шкатулке что-то найдется! Ты был прав, Себастьян! Ага. Обожаю боди-арт! Надеюсь, все сработает! Вот теперь готово. Пора снять пробу. Получилось. Круто. Такая красотка. Из-за этих железяк я даже выговорить это не могу. А ну вылезайте. Помогите.
Ну что же, какой мой следующий шаг? Ага, Меган все еще заряжается. Ха-ха, это точно мой шанс. Нельзя его упускать. Думаю, я хакну эту систему. Ой, кажется, сервер упал. Нужно все исправить. Ребята, привет! Вы сможете мне помочь? Напишите, пожалуйста, где запчасти от замка, иначе Меган никогда меня не выпустит. Я очень на вас надеюсь. О, спасибо большое. Упс. Что? Такой сон испортили. Ладно, время кормежки. Батанша. Меган, лишь бы пронесло. Кушать подано. Ха, приятного аппетита. Решетка мешает. Ой. Это тяжелый случай. Фу, эти суши разваливаются. Хотя у меня есть идея. Смузи из водорослей и капусты хотя бы можно сфотографировать в Инстаграм. Ага. Думаю, хватит. Теперь пуск. Блендер решил устроить мне родео. О, готово. У меня появилась гениальная идея. Натуральные патчи. Заливаем сок в формочку. Остудим их морозным дыханием. Как освежающе. Да я саб-зиро. А теперь испытаем их. Оп, какие же они приятные. Ой, пора снимать. О, какое облегчение. Вау, да я неотразима. Себастьян, как тебе мои перемены? Отличный вкус. Ты просто расцвела. Тебе плевать. Что-то изменилось? Все, отстаньте от меня. Мне пришла моя новая сумочка. Ха, не терпится ее открыть. Жаль, у меня нет ножниц. Ого, она такая же, как в рекламе. Там еще есть что-то внутри? Ого, да это второй клад за день. Может, там жемчуг? Эй, помоги мне смыться отсюда. Может, сумочке тоже сперва нужно смыться? Сейчас мы это узнаем. Боли. О, кажется, открылась. Ха, ух ты, да тут была русалка. Вау. Ого, сколько в ней воды. Кажется, тут есть кое-что еще. Вау, какая расческа, как у настоящей русалки. Хочу попробовать. О, вот это да. Себастьян, как тебе моя прическа? Думаю, тиара будет смотреться на тебе шикарно. Ха, ты правда так считаешь? Спасибо, ты лучший. Зачем тебе это? Как? Чтобы петь. 1-0-1-1. Код активирован. Переход в ждущий режим. Ого, что я вижу? Да это же ключ от моей камеры. Я обязана его достать. Придется растянуться. Мои руки спагетти доберутся куда угодно. Да, вот это моя школа. Покажи им. Спасибо за поддержку. Ну же, я почти достала. Совсем капельку не хватает. Я уже почти у цели. Вот ты попался. Фу, еле дотянулась. О, еще и маме меня отвлекала. Но теперь-то я убегу. Больше ключ мне не понадобится. Эй, помогите, кто-нибудь. Пшик-пшик, Себастьян? Пшик-пшик, как ты сюда залез? Иди ко мне, ты испортил мой балдахин. В следующий раз пойдешь на палочки. Я пытался его поправить. А что? Если его немного поправить, то может выйти кое-что интересное. Сперва уберем лишнее. Добавим немного украшений. Отлично, теперь свяжем их. То, что нужно. Что еще любят русалки? Жемчуг и ракушки. Вау, выглядит роскошно. Трум-трик. А мне идет открытый верх. Ха-ха. На рукавнике, чтобы не утонуть в будущих фанатах. Меган, скажи, ну разве я не русалка? Давай сверим фоторобот. Посмотрим. Точно нет. Постой, отпусти меня. Себастьян, что это? Ха, тебя не выпустят без хвоста, понимаешь? Отлично, тогда я знаю, что делать. Я видела кое-что в сундучке. А вот и мой хвостик. Каждая русалка знает H2O. Просто добавь воды. Получилось. Теперь я точно выберусь на свободу. Смотрите, я могу хлопать и руками, и хвостом. Потрясающе. Оу, видел мой хвост?
Отлично! Осталось проверить его в деле. Я готова. Тогда задержи дыхание. Полное погружение. Лови волну, Себастьян. Поймал. Это совсем как в невесомости. Поймала тебя. Не уплывай далеко. А у нас что, потоп? Наверное, опять сток забился. О. Я лечу! Не благодари. Эй, что это было? Себастьян, это все из-за тебя. О, нет, мое сердце, на помощь. Что за вой? Проверю. О, кажется, купилась. О, мне плохо. Она даже не догадывается. Ой, как плохо. Ладно, я тебе помогу. Посмотрим, что у меня в аптечке. Это не поможет. Мой актерский талант меня спас. Только тсс. Ей никогда меня не догнать. Нашла лучшее лекарство. Только не это. Я здорова. Здесь я в безопасности. Помню, у меня есть лекарство от любой болезни. У русалок есть чешуя, а у меня диплом по арт-макияжу. Не лучшая маска для ограбления, зато какой хороший трафарет. Совсем другое дело. Не каждая русалка смогла бы так же. Себастьян! Отпадно выглядишь! Спасибо, посмотрим, что мне осталось. Макияж сделали? Жабры? Вот что мне нужно. Но где их взять? Придумала! Надеюсь, сегодня мой счастливый день. Почему бы не рискнуть? Лишь бы повезло. Ну, давай! Ура, джекпот! А вот и выигрыш! А сколько это в долларах? Наверное, целое состояние. Но я ни на что их не променяю. Без них мне просто не выбраться. Так точно будет видно. Теперь наведем контуры. Отлично. Раскрашиваем морскими тонами. У моих жабр будет особый дизайн. Ну, как вам? А теперь мое любимое. Украшения. Такие есть только у принцесс. Трум-трик. И мои жабры готовы. Ну и кто теперь? Ботанша, а? Себастьян, и не говори. Я сама себя не узнаю. Пожалуйста, не надо. О! Эй, не брызгайтесь. Я всего лишь уборщик. Дети такие злые. Ну и куда я попал? О! Приветики. Прощай. Выпустите меня. Тут есть правило. Выпускают только русалок. Так что извини. Хорошо. Я думаю, это можно устроить. Ой, этот хвост меня не полнит. Перед таким русалом все двери открыты. Меган! Похоже, тут русал. Нужно его выпустить. Ха, откроешь? Конечно, выходи. Спасибо, надеюсь, не увидимся. Ха, я тоже. О, постойте, а как же я? У него же только хвост, а у меня все. Ха, да он же чокнутый. Ну выпусти меня, умоляю. Остались только ногти, но тут нет салона. Есть! Вау, Себастьян, это что, стикер-штамп? Я думаю, он подойдет. Спасибо большое. Интересно, как получится? Ничего себе, ты видел? Конечно, это я их поставил. Ты лучший. Не могу поверить, это действительно я. Не думала, что тюрьма меня так изменит. Теперь я настоящая русалка. Я выполнила все пункты. Меган, можешь подойти? Чего тебе? Что? Помнишь главное правило? Кажется, этой русалке пора на свободу. Или я недостаточно русалка? Ладно, можешь идти. Постой, он никуда не идет. Ну, плиз, смотри, у него тоже есть хвостик. О, я сейчас горю от стыда. Обожаю морских единорогов и ракушки. И он русалка? Сбой в программе, перегрузка, перегрузка. А, Мэг, ты чего? Такая странная. Краб, ботан, русалка, открыть. Ну, теперь никто меня не смоет в унитаз. Вау, это просто невероятно. Ну что вы, а ты еще кто? Это ты кто, тухлая рыба? Это ты мне сказал? Я тебя сливаю. Трум-трик. Нет! Эй, куда она делась? Может, если поспешить, я успею ее догнать? Не попробуешь, не узнаешь. Ух ты, как тут красиво. Привет. О, и тебе привет.
Что? Кто привел сюда это? Я разберусь. Лузер! Ауч! Будешь знать, как обижать младших? Ой, ты в порядке? Да, только что-то с щекой. Дай посмотрю. Что? Усыновлена? Выходит, ты моя дочь? Не стоило, но спасибо. Устроили из комнаты отдыха. Неизвестно что. Ну что, чем займемся? У тебя что-то на лице. Оно что, не оттирается? Кажется, у нас проблемы. Идем со мной. Знаешь, я кое-что придумала. Сюрприз. Вау, это все мне? Как круто! О, это нам точно пригодится. Очиститель лица для русалок. Ты должна увидеть его в действии. Он просто творит чудеса с проблемной кожей. Вау, я чувствую, как кожа дышит. Класс. А вот очиститель задыхается. Давай положим его. Оу, пожалуй, лучше выбросить. Ну, как тебе? О, ничего себе. Да я красотка. Ну, конечно, вся в меня. У тебя такие сухие волосы. Оу. Смотри, Ариэль. Где? Фух, кажется, я вовремя. Эй, давай посмотрим, что еще есть в бьюти-боксе. Думаю, твои волосы стоит познакомить с бигуди. Что? Сейчас сама все увидишь. Забудь о косичках. С этим приспособлением ты узнаешь, на что способны твои волосы. Теперь зацепим одну прядь. Попалась. Пропускаем прядь через обмотку. Повторим то же самое со второй прядью. Ну вот, готово. Я так рада. Теперь остается немного подождать. Мне кажется, что это немного затянется. Оу. Думаю, пора снимать. Всю жизнь мечтала так сделать. Будто я самая настоящая голливудская актриса. Вау, да у тебя талант. Мы с мамой знакомы всего пару часов. А смотрите, как я изменилась. Вам нравится? Очень красиво. Мамочка, а можно мне сделать такие же глаза? Ну, конечно, милая. Давай подберем что-то стильное. Как насчет этого? Я хочу глаза рыбки. О, да, я вижу, у тебя есть вкус. В бьюти-боксе должен быть набор теней. Оу. Я все нашла. Какая ты изобретательная. Дай-ка его сюда. Рада, что вы познакомились. Наверное, он выпал отсюда. Сейчас посмотрим. Ну да, папа решил погулять. Видимо, он не мог не познакомиться с внучкой. Нашла. Давай приложим трафарет к веку и начнем закрашивать края. Главное зафиксировать трафарет, или рыбка поплывет. Вау, так красиво! Ты меня засмущала, просто я мастер. Оу, надеюсь, у меня хватит сил на ее полное перевоплощение. Отложи пока это, дай гляну на тебя во весь рост. Это никуда не годится. Твой стиль получает дизлайк. Еще и эта юбка. Что же нам с тобой делать? Придумала. Подожди здесь. Дело серьезное. Девчонку срочно нужно спасать. Думаю, это подойдет. Мама, смотри, я осьминог. Дети такие смешные. Оставь дядю Паулу. Примери это. Мне не нравится. Честно говоря, мне тоже. Идея. Займемся кастомизацией. Сделаем из футболки топ и немного морской тематики. Сетка? О, это идеально! Я так и знала, но это не все. Смотри, что у меня есть. Тебе очень пойдет. Давай разместим пару жемчужин на сетке. Немного водорослей. Ну вот, совсем другое дело. Как же я рада! Как думаешь, чем займемся дальше? Если малышка хочет стать русалкой, ей не обойтись без хвоста. Точно. Детка, хочешь такой же хвост? Конечно, хочу. Сейчас сделаю. Как это понимать? Ну ладно, нужно давать детям свободу в развитии. Матушки! У меня получилось. Я теперь как ты. Кажется, ты сама себя поймала. Зато ноги не видно. Это не главное, крошка. Давай сделаем тебе настоящий хвост. Когда все будет готово, тебе нужно будет окунуться туда. Давай начнем. Заливаем воду из розового моря. Добавим немного драгоценностей и ракушек. Ну и немного волшебного порошка. О, как красиво! Можно заходить? Конечно. Вау, такие необычные ощущения. Вау!
Вау, у нас получилось! Просто супер! Идем, не терпится взглянуть на него во всей красе. Покажи хвост. Спасибо, мамочка! Это еще не все. С таким хвостом нужна чешуя. Если я правильно поняла, это нужно надеть на голову. Умница! Дальше я сама. Не бойся, сетка – отличный трафарет. Если хочешь, сделать чешую. Вау, так просто, а главное красиво. Да, русалки знают дело в моде. Как вам мой новый образ? Я думаю, он просто шикарен. Мам, а зачем тебе микрофон? Давай покажу. Вау, так мелодично. Хочешь тоже? Я тоже люблю тяжелый рок. Продолжай. Бэби Шарк, ту-ду-ту-ду-ту. Акула, где? Какой кошмар! Ля-ля-ля-ля! С меня довольно. Я не собираюсь этого терпеть. I dance, dance with my hands. Ну, как тебе, мама? Просто замечательно. У тебя талант. Секунду, так уже лучше. Послушаем вместе Бэби Шарк. Нет, спасибо. Лучше послушаем песню Эльзы. Сперва давай Бэби Шарк. Нет, остановись. Ребята, напишите в комментариях, какая песня лучше. Отпусти и забудь Эльзы или Бэби Шарк. Посмотрим. Должно быть где-то здесь. Куда же он подевался? О, ну наконец-то. Мой сплетатель косичек. Тебе точно понравится. Плюс это куда быстрее, чем руками. Но как тебе? Сделаем вторую. Вау, это просто невероятно. Так быстро и так красиво. Только чего-то все еще не хватает, знаю. Интересно, она почистила зубы? Кажется, я уже на месте. Эй, не одолжишь пару заколок? Не поняла, что это было? Кто здесь? А вот и недостающий элемент. Это для тебя. В наборе есть еще украшения. Таких заколок больше ни у кого не будет. Бьюти-боксу нужно немного времени. Трум-трик, ты готова? Смотри. Вау. Чего мы ждем? Давай примерять. Отлично. И еще парочку. Я самая красивая русалка. Я тобой так горжусь. Эй, а это еще что? Будь осторожнее. О, нет. О, кажется, я попалась. А, позови на помощь. А. О, помощь уже здесь. Держись. Я тебя спасу. Детка, будь аккуратней. Никто не заберет мою маму. Ох, теперь попробуй сдвинь меня с места. Ну, теперь можно расслабиться. Что? Как это возможно? Стой! Трон-трик, полиция, что случилось? Мама попала на крючок. Понял. Никому не двигаться. Особенно тебе, стул. Спасибо, офицер Кевин. Рад служить. Вы наш спаситель. Мама, ты в порядке? Бывало и похуже. О, думаю, пора избавиться от этого. И знаешь, о чем я думаю? Кажется, самое лучшее время, чтобы вынести мусор. Приятного аппетита, рыбачки. О, а это им подарок, лично от меня. Эй, ваш заказ готов. Можете забирать. Давай 5. Ну что, плыви, моя хорошая. Ауч! Ну и кто устроил весь этот бардак? О, кажется, я догадываюсь, кто это мог быть. У меня идея. Девочке нужен органайзер. Закрашиваем жестяную банку. Теперь закатываем форму для мелков в воздушный пластилин. Отлично. Из белого пластилина скручиваем пончики. Это будут присоски осьминога. Теперь соединим их с главным стаканчиком. Трон-трик, почти готово. А сейчас возьмемся за мелки. Оборачиваем один край Play-Doh. И делаем из него конец щупальца нашего осьминога. Теперь у всех мелков будет свое место. Вау, получилось даже лучше, чем я думала. Ух ты, что это у тебя? Держи, я сделала его для тебя. Из этого тоже можно кое-что сделать. Термопистолетом заполняем поп-ит. У нас должны получиться маленькие и аккуратные жемчужинки. Делаем с запасом. Когда клей застынет, можно доставать. Нанизываем на одну нить с жемчужинами. По-моему, у меня получился отличный браслет. Смотри, малышка, ну как тебе? Ничего себе, ты его только что сделала? Конечно, все для тебя, малышка. Спасибо, мамочка. Ой, кажется, мы еще не ели сегодня. А можно сегодня мороженое? А почему бы и нет? Одну минутку, я наберу Трум-трик доставку. Алло, мы бы хотели заказать мороженое для двоих. Так, подводное царство, навигатор привел меня сюда. Шаг налево, в смысле, в туалет?
Да уж, аренда в Трумвилле не всем по карману. Ну ничего. Надеюсь, мне спускаться не придется. Давай, полезай. Фу, это сложнее, чем я думала. Ты полезешь туда, хочешь ты этого или нет. Как бы тебя засунуть? Кажется, придумала. Думаю, так будет куда проще. Они заказывали порцию на двоих. Этого, думаю, достаточно. И комплимент от шеф-повара. Надеюсь, им очень понравится. Ладно, у меня сегодня хорошее настроение. Вот вам еще немного топпингов для вкуса. Готово. Бон вояж и приятного аппетита. Ух ты, как раз вовремя. А пахнет-то как, будешь? Что-то я перехотела его есть. Так странно, ты же сама его предложила. О, какая гадость. Может, мне подойдут вот эти? Нет, эти лучше. Ты выбираешь себе сережки? Можно мне тоже? Я даже не знаю, что подойдет тебе лучше. Как насчет этих? Ты что, не нужно быть такой скромницей. Мы найдем что-то посимпатичнее. Кажется, я нашла кое-что интересное. Думаю, этого будет достаточно. Мы сделаем из этого сережки. Точно. Сейчас я все покажу. Ракушку изнутри покроем лаком. Трум-трик. Теперь через отверстие продеваем цепочку. На другом краю расположится жемчужина. Смотри, тебе попалась счастливая раковина. Хочешь примерить? Ничего себе! Тебе очень идет, детка. Давай, пять. Ты самая крутая в мире. Всего за один день мы изменили мой образ от хвоста и до макушки. Больше никто не будет называть меня нёрдом. Я думаю, в школе все будут в шоке от моего наряда. Как твои дела? У меня есть еще один подарок для тебя. Диадема настоящей русалки. Вау, такая красивая. Совсем как мы с тобой. Я буду за тобой очень скучать. И я буду скучать за тобой, малышка. Не забывай про меня. Если что, ты знаешь, где меня найти. Ух ты! Где я? Посмотрим. Ауч! Что это? Отпусти! Фу! Ого! Я смогу услышать океан? Ауч! Что ты делаешь у меня дома? Кто ты? Я не знала. Как-то ты не очень похожа на русалку. На столе есть то, что приведет тебя в порядок. Ого! И это все мне! Спасибо огромное! Повесим это на видном месте. О, ты прав. Мне явно далеко до русалки. Пора избавиться от прыщей. Может, тут найдется что-то для меня? О, идеально! Массажер для лица. Вау, столько режимов. С пенкой он будет еще эффективнее. Попробуем. Как щекотно. Нельзя пропустить ни один прыщик. Так, можно смывать. Ой, еще в нос попало. Как приятно, такая мягкая кожа. Только все еще очень сухая. Чувствую себя ящерицей, которая сбрасывает кожу. А, гадость. Сколько тут ее? Не могу смотреть. Ты знаешь способ лучше, Себастьян? А, ты куда? А это что? Улиточки. Пол холодный, вы можете простудиться. Идите лучше ко мне. Вы ведь не против прогулки по лицу? Оу, а вы тяжелее, чем я думала. Ну ладно, все, погуляли и хватит. Пора снимать вас. Ничего себе. Да это лучший салон красоты. Спасибо вам, мои хорошие. Я прорекламирую вас друзьям. Что это за шум? О, постойте, это же мой живот. Я же с самого утра ничего не ела. Надо что-то заказать. Трум-трик доставка. Надеюсь, они быстро. Как всегда. Спасибо. Посмотрим, что мне положили. Отлично. И для Себастьяна. Думаю, он тоже проголодался. Ну все, приятного мне аппетита. Оу, из этой пленки может что-то получиться. И я уже придумала, что именно. Хорошо, что тональный крем под рукой. Нанесем тон на пищевую пленку. Всего пару капель этого будет достаточно. Есть работка для тебя. Пальцем растираем материал. Можем добавить и помаду. Очень хорошо. Я готова. Осталось приложиться к трафарету. Надеюсь, что получится. Фу, свежий воздух. Надо проверить, как вышло.
Оу, сейчас поправим. Растушевываем лишний тон бьюти-блендером. Отлично. Кажется, я заслужила. Оу. Прости, я не удержался. Было очень вкусно. Классный мейк. А что мне теперь кушать? Ты об этом подумал? О, начинается. Ну все, я готова переходить к макияжу. Думаю, это будет весело. Чтобы русалки приняли меня за свою, нарисую чешую. Ой, сейчас подниму. Эй, а что это? Себастьян, тебе нечем заняться? Ну и как это исправить? А ты разве не играешь? Нет, я пытаюсь стать похожей на русалку. Чего ты сразу не сказала? Держи. Спасибо. Это колготы на хвост? А, поняла. С помощью сетки я создам идеальный узор. Как я сама не догадалась? Вроде все, проверим результат. Ничего себе, совсем как настоящая. Кажется, это преображение идет мне на пользу. Только взгляни, как я изменилась. Ой, что это? Как же я испугалась. Кажется, у меня паническая атака. Нужно срочно набрать доктора Мию. Нужно ответить. Доктор, это Кэролайн. Что мне делать? Тише, тише. Вам нужно освежиться. Мой диагноз. Тебя пранканули. За что она со мной так? Ну, конечно. Ты ведь ей звонила не с русальего телефона. О, точно. Кажется, рестайлинг нужен не только мне, но и телефону. Хорошо, что я подготовилась. С какого бы цвета начать? Пожалуй, с синего. Это же цвет воды. Взболтаем и добавим краску в воду. Отлично. Чем больше цветов, тем ярче. Ух ты. Себастьян, ну как тебе? Теперь самая главная часть. Полное погружение. Достаем чехол и опускаем его в воду. Очень медленно, чтобы не повредить слой с аэрозолью. Вот так. Просто превосходно. Пора доставать. О, ничего себе. В жизни такого не видела. Теперь мне будут завидовать все русалки. У них точно нет такого стикера. Он так хорошо вписался в композицию. А теперь небольшая шалость. Хи. Приклеим мягкую часть на хвост. Кажется, тебе не стоило так налегать на рыбные палочки, Ариэль. Хи-хи. Круто. Себастьян, ты такое видел? Мадемуазель, надеюсь, вы не заняты сегодня вечером? Эй, полегче. Это же всего лишь игрушка. Еще и моя. Я все ближе к своей цели, но мне все еще нужен хвост. Где же его раздобыть? О, есть идея. Я же могу сделать его сама. Думаю, у меня найдется что-то подходящее. Возможно, это мне пригодится. Не стесняйся одеяла. Скоро ты станешь настоящим русальим хвостом. Обматываем ноги одеялом, как бы его зафиксировать. Скотч, ты никогда меня не подводил. За дело! Пару мотков и готово. Ну, как тебе, Себастьян? Ну, что за ужас? Не могу смотреть без слез. Это еще не все. Ты думал, я забыла про ласты? Ну вот, совсем другое дело. Что скажешь, теперь я русалка? Ау, ау, ау. Умоляю, сними это и не позорься. Я принес чертежи. Ничего себе, не знала, что ты модельер. Похоже на гроб с плавником. Но я все равно попробую. Сперва вырезаем поликалу. Аккуратно. Готово. А вот и мой плавник. Трон-трик. Себастьян, ты гений. Без тебя я бы не справилась. Мне так идет этот наряд. Чувствую себя как рыба в воде. Оу, вот это улов. А как тебе мой хвост? Согласна. Хвост абсолютно все меняет. Самое время навести глаза. Посмотрим, что тут есть. Ага, нашла. Розовый сюда точно не подходит. Может, в моем пенале что-то найдется? О, зеленый как раз в цвет моего плавника. Не понял, Кэролин. Место мусора в корзине, а не на столе. А если ты русалка, то нужно подбирать вещи со вкусом. Я и сама об этом думала. Поможешь сделать новую сумку? Для начала разметим запчасти нашей сумочки на картоне. Вырезаем. Достаем цветной фоамиран. Как раз испытаю новый гаджет. Это фигурный дырокол. Вместо простых точек он делает сердечки. Трун-трик. Всем любви. Следующий шаг. Из дизайнерской бумаги вырезаем русалочий хвост. Добавим украшение. Теперь можем склеить каркас с помощью термоклея. Проходимся по краям и закрываем нашу основу. Вау, какой глубокий цвет. То, что нужно для моей глубоководной сумочки. Фронтальную сторону украсим сердечками, которые мы вырезали ранее. Смотрите, они выстраиваются совсем как чешуйки.
На боковые панели добавим элементы с морской тематикой. Получилось просто замечательно! Вау! Да это настоящее сокровище! Кажется, из меня бы вышел отличный модельер. О, утром трик новое видео! Хорошо, что я поставила колокольчик. Я их просто обожаю! Ничего себе! Вот это крутизна! Я должна это попробовать! Сперва наносим серебряные тени на веки, немного акцентов и блесток. Теперь сделаем контрастные стрелки в цвет стихии воды. Немного жемчуга и готово. Думаю, пару жемчужин и ракушек не будут лишними. Делаем растушевку. Чем больше мои ресницы, тем меньше мне нужны плавники. Вот так. Как вам такой бьюти-хак? По-моему, вышло просто идеально. Ага. Не могу поверить, что это все еще я. Такая красивая, это невероятно. Кажется, теперь я могу давать мастер-классы по полному превращению. Ну открывайся же ты! Мне что, обед? И для чего я так долго готовилась? Кажется, у меня появилась идея. Я еще доберусь до вас, доктор Мия. Как много паутины. Апчи! Оу, этого еще не хватало. Кажется, у меня проблемы. Нужно поторапливаться. Оу, тревога? Кажется, у нас завелись вредители. Ничего, это ненадолго. Ну, держитесь. Я вас быстро достану. Оу, что происходит? Кто-то включил кондиционер? Мне уже совсем не жарко. Ха, вот ты попалась. Тебе не скрыться от меня, Урсула. Тебе меня больше не провести. Получай, ненавижу тебя. Где мои дротики? О, это даже лучше. Ха-ха, прямо в яблочко. Не шути со мной. Да-да, заходите. Доктор, вы свободны? Знаете, я отличный метатель. Что это у вас? Трезубец? Сейчас как запущу его. Прекрати, это плойка. Ну что за глубоководная? Сразу видно, что тебе это нужнее. Правда? О, спасибо. Кругом одни дилетанты. Скоро у меня будут волнистые волосы, как у настоящей русалки. Вау, просто потрясающе. Хотя я знаю, как сделать все еще лучше. Вот так. Коралловая корона прекрасно дополнит мой образ. Теперь попробуйте угадать, где ботан, а где королева морей. Правильно, я всегда ей была. О, мои маленькие жемчужинки. Мамочка ни за что вас не бросит. Вы же мое сокровище. Давайте возвращаемся в мешочек. Здесь вы в полной безопасности. Спите, мои хорошие. Так, что у нас по расписанию? Обед? Уже? Эй, стой на месте! Ну, куда же ты? Кто хорошая рыбка? Кажется, она клюнула. Почти достала. Ну, не убегай, я тебя не обижу. Ну, все. Хорошо, что у меня есть рука помощи. Давай, помоги мне достать кое-что. Отлично. Кажется, рыбалка удалась. Теперь я могу перейти к завершающей стадии. Мейкап есть, прическа тоже, хвост на месте. Думаю, я могу добавить кое-что. Так, никого нет, можно снимать. Лишь бы Себастьян не увидел. Кажется, чисто. Если кто-то заметит, то мне точно не сдобровать. Ладно, была не была. Получилось! Витамины давно пора выбросить. Вау! Этого мне не хватало. Леска. То, что надо для украшения. Высыпаем жемчуг и нанизываем его на нить. Закрываем. И вуаля, какая красота. Теперь я настоящая русалка. Ах! Вот видите, даже такая заурядная девчонка может превратиться в принцессу подводного царства. Кэролин, а это ты? Да, думаю, теперь я могу попасть к вам на прием. Оу, ну конечно. Дай рассмотрю тебя получше. Нет, ну только посмотрите. И коралловая диадема, и роскошный мейкап. О таком хвосте можно только мечтать. Мамочки, где ты взяла такую красоту? А этот перстень с последнего показа Гуччи? О, да ты издеваешься. Нет-нет. Да ладно тебе, это шутка. Идем за мной. Ауч! О, Кевин, это ты? Прости, пришлось задержаться. Я приготовил для тебя один подарочек. А вот, собственно, и он. Я еще не видела таких огромных мистери-боксов. Интересно, что там? Вау, ничего себе, как красиво. И это все? Не может быть. Эй! Ха-ха-ха, ну ты даешь! Какой ужас! Забирай свои подарки! Ой, отпусти меня! Наконец мы вместе! Не так быстро, куколка! Вампиры не могут быть с русалками, только с вампирами! Поэтому буду ждать вас, так сказать, на том берегу!
Адьос! О, получается, что я должна стать вампиром. О, ну ладно, ради любви я готова на все. О, вау, что это? Лучше бы я этого не видела. О, что тут еще есть? А вот инструкция, которая мне нужна. От русалки до вампира. Макияж, прическа, одежда и хвост. Погодите, а что с моим лицом? О, нет, это срочно нужно исправлять. Может, в мистере боксе что-то есть? О, нашла. Это же вакууматор для лица. Теперь я быстро избавлюсь от этих следов. Сперва заполним контейнер водой. Полдела сделано. Куда я положила вторую часть? О, это снова ты. Не одолжишь мне немного чернил? Спасибо. Будем считать, что мы квиты. Теперь закрываем наш девайс, выставляем очищающий режим и можно приступать. Надеюсь, это поможет. О, мощная штука. Ну, давай же. Это было страшно. Зато моя кожа теперь просто идеальна. Главное не терять голову. О-о-о-о! Это было неприятно. Вроде все обошлось. А это еще что? Эй, а неплохо получилось. Это натолкнуло меня на одну идею. Наносим на края топа термоклей. И складываем его в форму бантика. Угу. Чем крепче прихватить, тем надежнее будет. Теперь вдоль краев делаем ободок из черного жемчуга. А что? Получается довольно по-вампирски. Совсем другое дело. Как думаете, Кевину понравится? А ты тут откуда взялся? А ну убирайся! Фу, думал, что не замечу. Посмотрим, что осталось. Макияж! Мы как раз все подготовили. Ну что же? Стрелки никогда не выйдут из моды, а красные губы будут прекрасно смотреться на контрасте. Хм, не понимаю, куда все подевалось? А, точно! У меня же есть новый набор. Надеюсь, он, в отличие от старого, водостойкий. База нанесена, можно приступать к стрелкам и теням. Назову этот стиль «Smoky Eyes on Water». Растушевываем и добавляем глубины. Русалкам к ней не привыкать. Для пущего эффекта добавим красный ореол. Думаю, Кевин будет от меня без ума. Переходим к нижнему веку, тут нужно тоже хорошенько постараться. Мой мейкап должен быть настолько же привлекательным, насколько и пугающим. Поэтому мне не обойтись без темных лучей. Переходим к губам. Ярко-красный – это классика, кричащий, как мои будущие жертвы. Затемняем уголки для большего объема. Создаем плавный градиент от черного до кроваво-красного. Теперь переходим к струйке крови на краях губ. И мрачно, и притягательно. Нельзя забывать, что я не просто вампир, но еще и русалка. Используем сетку как трафарет для рисования чешуи. Смешаем главные вампирские цвета, красный и черный. Готово! Теперь выделим скулы, после нанесения смягчаем переход. Мне кажется, стало намного лучше. Кто скажет, что не похоже на вампира, укушу. Между прочим, самое время задуматься о клыках. Думаю, они... Ай, как больно, отпусти. И откуда тут пиранья? Наверное, бокс с Амазона. Ауч, глубоко впились. Минуточку. Это же именно то, что мне нужно. Примерим. Каш, спою об этом. Кто проживает на дне океана? Ради Нептуна, прекрати это немедленно! Что-то не так? Клыки есть, и я знаю, у кого может найтись подходящий хвост. Алло, Мелани, можешь зайти? Привет, подружка! Скажи, а ты могла бы сделать так, чтобы у меня появились ноги? Да, думаю, у меня бы получилось. Подожди минутку. Что-то я начинаю переживать. А вот и я! Как ты и хотела. Пара человеческих ног и по цвету тебе подходит. Готово? Тогда доктор Мелани берется за операцию. Так, убираем лишнее. Здесь сделаем помягче. Чешуя здесь тоже не нужна. Фу, ну и здоровый он у тебя. Посмотри, что получилось. О, уже все? О, как непривычно. И как они без плавника держат равновесие, а?
Ой, падаю! Нет, давай вернем все назад. Уже поздно. Давай попробуем кое-что еще. Главное, чтобы пропорции были правильными. Или придется переделывать. Ну вот и последний ингредиент. Куда же я его положила? Воу! Девчонки, не хотите присоединиться ко мне в джакузи? Вылазь оттуда, или превратишь все в суп. Кэролайн, приготовься! Трум-трик! О, ничего себе! Total Black! Это просто идеально! Спасибо, доктор Мелани. Знаешь, я недавно удочерила девочку. Но она совершенно не хочет меняться. О, какой ужас! Не бойся, я займусь этим. Если ты приведешь ее, то я с легкостью превращу ее в русалку. О, спасибо, дорогая. И тебе спасибо. До встречи. Кевин, это ты? Хм, а я смотрю, ты делаешь успехи. Ты уже куда больше вампир, чем была. Но как ты взлетишь? Сможешь повторить? М? Ого, ну ладно, давай попробуем. Давай сильнее. Не выходит. Снова ты? Чтобы быть на высоте, нужно крутиться. О, точно. Попробуем выкрутиться из этой ситуации. Если у Мелани не вышло зелье, то у меня получится и подавно. Это тоже пойдет. Ну что, сработало? Чувствую. Ух ты, получилось. Да я же летучая рыба. Вот бы Кевин это увидел. Потому что еще раз я это пить не буду. Я неплохо потрудилась. Можно и немного расслабиться. Звук на максимум и вперед. Полное музыкальное погружение. Ты бы не могла сделать потише. Ау, Кэролайн. Так, пауза. Ты вообще-то не одна тут. Ты что, оглохла? Ой, Нептун с тобой. Оу, кажется, ухо заложило. Если попрыгать, должно разложить. Теперь уже легче. О, только не на пол. Теперь второе. О, ух ты! А это тут как оказалось? Думаю, мне это пригодится. На листе размечаем контуры будущих жабр. Наводим края. Переводим наш рисунок на самоклейку. И вырезаем. Теперь склеиваем все элементы. Заполняем перепонки черным и красным цветом. Придавливая маркер, создаем легкие разводы. Готово! Теперь для объема складки заполняем термоклеем и добавляем нить с камнями. На самый край приклеиваем красную бусинку. Просто замечательно! С обратной стороны клеим замок от заколки. Размещаем его около центра. Готово! Самое время примерить. Теперь я не только отлично выгляжу, но еще и лучше слышу. Вау! У меня теперь есть эхолокатор, как у летучих мышей. Интересно, какой у меня диапазон? Мамочки! Да я теперь могу общаться с инопланетянами! Нет, как-то... Уже лучше. Надо промочить горло. Бургундская кровь. Что может быть лучше? Гадко, но сладко. Надо привыкнуть. Эй, верни! О, этот пакетик пополнит мою коллекцию. Себастьян, ты опять за свое? Руки! Ты в своем уме? Мне же больно! Разберись с этим крабом. Эй, я же просто пошутил. Только не клешни. Оу, ладно, забирай, что хочешь. Спасибо, ты просто душка. По закону морей, теперь это мое. Хочешь забрать? Победи меня. Океан – непредсказуемое место. Ну вот, теперь еще и фен не работает. Забился, что ли? И что мне теперь делать с волосами? Попробуем средство помощнее. Запускаю бьюти-батискаф. Готово! Ничего себе! С этого и надо было начинать. Думаю, я могу сделать свою прическу еще зажигательнее. Нам понадобится цепочка. О, да, это будет очень стильно. Вплетаем цепи в хвостик сзади. Но как вам, ребята? По-моему, вышло одновременно элегантно и очень брутально. Кажется, моим рукам тоже нужны украшения. Думаю, ракушка мне с этим поможет. Привет, красотка! Ну что, испытаем удачу? Надеюсь, мне сегодня повезет.
Трум-трум-трик! Yes! Сегодня явно мой день! Ладно, повысим ставки. Ух ты! Кажется, я сорвала джекпот. Забираем выигрыш. Ух ты! Надеюсь, я не разорила казино. Ну ладно, думаю, пора привести все в порядок. На леску нанизываем черные бусины и складываем их в треугольник. Затем формируем узор и повторяем его по всей длине. Ножницами убираем лишнее. Соединяем концы, и браслет готов. Как здорово, что весь выигрыш уместился на руке. Еще и так симпатично. Я думаю, такого рукава нет ни у одного вампира. Оу. Думаю, после такого долгого дня можно и немного отдохнуть. Понравилось видео? Ставьте лайк, напишите комментарий и жмите колокольчик, чтобы мы в него позвонили, когда выйдет новое видео.